Левин был похоронен недалеко от своего места гибели, но вскоре был перезахоронен в братскую могилу в селе Хамлице за освобождение, которое пожертвовал жизни молодой парень. Пажили второй, и 8 капитанов, пажили они в Белицкие. В 1957 году город опять стал называться Белицким. Военное училище было организовано в 1950 году. Название есть что-то подобное, может быть что-то свое, но, наверное, те, кто присутствовал, мой дедушка в фильме, наверное, не оставил никого равнодушным. Во-первых, дай Бог, чтобы и в семье, и в других, и в каждой семье действительно вот эта память о своих предках, о своих дедушке, о дедушке. И с той подготовкой, и опять же, с той душой, которую вложил в создание фильма, это очень здорово, очень важно, просто необходимо. Закуплены материалы, и в ближайшее время у нас уже будет достаточно красивое место, памятное, достойное для проведения мероприятий. Ну и, конечно же, сад в ближайшее время тоже закуплены деревья. И я думаю, что Учёса преобразится и на 9 мая. Надеюсь, зацветут наши первые сады, деревья. Покойный Владимир Андреевич Заровчатский спросил. Николай, а ты слышал, как поют, как выступает хор Бургнин? Вот тогда я вот впервые для себя открыл о том, что действительно, оказывается, есть еще и хор ваших участников в моем возрасте. Поэтому я прежде всего благодарен Марине Анатольевне, всем и руководителям предложенного учреждения образования, которые не остались равнодушны к этой акции 75 лет, обратный отчет вот этих 75 шагов до победы, потому что сегодня ровно 50 дней до Великой Победы, это тоже, наверное, не случайно, не просто. Наследники этой великой победы. Вот этот вот момент очень важен, поэтому идея, отрок. Единственное, я на что обращаю внимание, и члены администрации присутствующие, о том, что в учреждениях образование это воспринимается как-то естественно, ну, так, как должно быть.